Посетим музей в здании мечети, нижнюю видовую площадку и закончим экскурсию в районе консульского замка. По окончании экскурсии я вам объясню, куда можно пойти самостоятельно. Вход и выход у нас одно и то же, по-другому вы из крепости. Мы знаем точную дату. В те времена велась рукописная греческая книга Синаксарь. На ее полях монахи записывали все знаменательные события и даты, которые происходили в городе. Город наш назвали Субедея, что означает непорочный, чистый. Согласно данным книги 6 века, здесь правит Византийская империя. И вот тогда город приобретает первые мощные оборонительные сооружения, а также имеет порт. То есть до этих стен, которые мы сейчас с вами наблюдаем, существовали более ранние византийские оборонительные сооружения, и город процветает за счет торговли. Панорама Судакской долины. Слева гора Перчем, кудрявая. Прямо вдали остроконечная Бакаташ, каменная лягушка. Проезжая мимо, можно видеть лягушку, карабкаясь вверх по скале. Правее Таракташ, каменный гребешок. И действительно скала напоминает каменный гребень. Вдали на востоке красивая холмистая 500-метровая Айдиоги. Монастырь располагался. Дышит тихо, усталое Черное море, отражая стулун в зыбких бликах волны. И с реальностью небо, похоже, не спорит. Или это мне кажется со стороны? Это Крым. И по совести это Россия, это Крым. Здесь везде только русская речь. Это Крым. Здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь и Керчь. Эту землю уже никогда не разделишь. То, что связано кровью, не разорвешь. На чужие знамена кресты не прицепишь. Остальное лишь глупость, да хитрая ложь. Крым, и по совести это Россия, это Крым. Здесь везде только русская речь. Это Крым. Здесь названия до боли родные. Симферополь и Ялта, Севастополь.
Видите, дальше тут. Дальше проходите. Дальше пройдите. Вот, ребята, кабинка. Видите, даже не верится, что у нас такая вот. Добрый день! Сегодня я нахожусь на самой знаменитой горе Ай-Петри, южного берега Крыма. Под нами большая Ялта. Здесь много разных поселков, и поэтому точно сказать, что вот конкретно здесь находится Мисхор или Гаспро, это невозможно. Сейчас очень сложно видеть, что расположено под этой скалой. Но я могу вам сказать, что здесь более 1200 метров. Вот этот плотный густой туман, как говорил гид, что он практически всегда находится вокруг этой горы. Он как бы с моря поднимается, ударяется и обратно уходит на море. Это можно видеть из нашего отеля «Ялта Интурист», где я остановился. Утром, когда мало влажности, очень много солнца. А потом, когда солнце прогревает море, то появляются облака, и вот идет такой оборот воды в природе. Сейчас я практически ничего не могу видеть внизу, потому что очень густой туман. Как густое молоко. Но я думаю, что если бы я мог видеть, что находится внизу, то, соответственно, скорее всего, чувствовался бы животный страх. Ну, а поскольку я практически ничего не вижу, то я спокойно здесь стою, собственно говоря, как и любой турист, который приезжает сюда. Хочу сказать, что подъем осуществляется на канатной дороге и автомобильной дороге. Канатная дорога, два подъема у него, то есть один более горизонтальный и другой вертикальный. Перед самой горой канатная дорога поднимается резко вверх. Ну, вы практически это, наверное, уже видели в сюжете. Стоимость подъема 500 рублей, также туда-обратно спуск. Можно подняться как на автомобильной дороге, так же и спуститься. Здесь есть много разных кафе, а также дегустационных залов
по распробованию местных вин. Вот, если вы находитесь и отдыхаете в Ялте, то обязательно необходимо побывать на этой экскурсии, самостоятельно или организованно, без разницы. Но зато, когда вы будете видеть эту картинку в Горе и Петре, то вы будете говорить: мы здесь были. И это оставит неизгладимое впечатление на долгие-долгие годы. Отдыхаем. Мы дети твои, Россия, любовь в своем сердце храним. За все говорим спасибо, Россия, с тобою весь Крым. Мы дети твои, Россия, любовь в своем сердце храним. За все говорим спасибо, Россия, с тобою весь Крым. Прекрасные дали, морские просторы и чистого неба полет. Великого Крыма геройская сила, на юге надежный оплот. И в памяти вечно во славу России победные даты храним. И радость на сердце, что мы снова вместе, Россия, с тобою весь Крым. Мы дети твои, Россия, любовь в своем сердце храним. За все говорим спасибо, Россия, с тобою весь Крым. Мы дети твои, Россия, любовь в своем сердце храним. За все говорим спасибо, Россия, с тобою весь Крым. Никто и ничто ни на миг не забыт, мы все это помним с тобой. Как насмерть стояли Керчь, Севастополь и били с фашистской чумой. Сегодня знамена и флаги поднимем, пусть мир все увидит таким. Сегодня мы снова опять будем вместе, Россия, с тобой весь Крым. Мы дети твои, Россия, любовь в своем сердце храним. За все говорим спасибо, Россия.